Страсть к путешествиям у Артема появилась еще с детства. Сейчас молодой человек работает в 6-й антарктической экспедиции. Длительные маршруты, экстремальные погодные условия. Сложностей на пути возникает немало. А в Антарктике их и вовсе более чем достаточно. Природа там не тронута человеком. И животные практически не боятся. Можно спокойно ходить среди них. Они не знают, что такое человек. И это очень здорово. Приятно быть в месте, где природа не боится тебя, а относится к тебе с интересом. Вот главные обитатели Антарктики – пингвины. А еще на континенте вечных льдов можно увидеть уникальное природное явление – белую радугу. В основе экспозиции, конечно, бескрайние воды морей и океанов. Во время поездки ученые изучили 14 тысяч километров рельефа морского дна. Путешествие длилось более 6 месяцев и было приурочено к знаменательному событию. Ровно 200 лет назад, это очень крупная дата, для всей страны она праздновалась и отмечалась широко. Это дата открытия русскими нашими моряками 6-го материка Антарктиды. И экспедиция кругосветная, юбилейная, она как раз была приурочена именно вот к этой дате, 28 января. Фотографии – не единственные экспонаты выставки. Здесь можно посмотреть авторский документальный фильм про Антарктиду. Тематические здесь и елочные игрушки. Как совсем новые, сделанные местными школьниками, так и раритет. Игрушки у нас 30-40-х годов, вот в первой коробочке. Это изготовлены из стекляруса, из проволоки. То есть это игрушки, которые наши жители нашего города, в том числе и мы, сотрудники музея, приносили в музей, когда он только обосновался. У нас вообще как бы в области одна из первых была выставок елочных игрушек. Выставка продлится до 28 января. Виктория Шуваева, Антон Латышев. События дня.